Никогда в жизни не думал, что буду есть сопливые медузы. Вот медузы, что это такое? Это какая-то утварь. Не, ну намотай побольше вот этих медуз. Вот беру медузу, ем. Олежа, намотай побольше медуз. Олег, намотай побольше медуз. Да по-другому надо их мотать. Вот медуза. Фу, сопли. Олежа, а вот это что тебе принесли? Это что-то супер, какие-то... Это миди. Миди. И дофига миди. Олег, круто. А как вкусно. Рядом с миди вот эти штучки лежат, Олег. Да-да, сними меня вот это, прикалывает сюда. Вау. Сними меня, прикалывает вот это. Допустим, морковка. Ну. Она подается вот именно в такой форме. Не как у нас там дых-дых-дых-дых обрубок. Угу. Подается вот так. Угу. Морковка протушенная. Великолепно. Я выключаю. Нет, подожди. Белая капуста. А вот этот что это было у тебя? Это кальмары. Сейчас подожди. Это белая я, капуста. Мой. Белая капуста. Дай я покажу. Сними. Белая капуста, белокочанная капуста. Это какая белокочанная? Челюнище. А тут кальмары, сос. Сос какой-то слишком ядерный. А есть соус ореховый. Есть соус, просто там грец и орех, фисташки. Ладно, давай видим. Арахис. Еще не вот ели. Это, вау. Вот это обалденный соус вообще. Слушай, миди вообще супер. А тут с миди еще какие-то кальмары, крабы. Дай-ка я миди попробую. Только ядреные. А ты попробуй. Вкусно. А вот это еще попробуй, Лев. По-моему, супер. А вот это еще там попробуй. Там еще какие-то мясо. В этой порции. Это краб, краб, смотри, краб. Ты видел? Дай мне краб. Угу. Зачем ты украл у меня краб? Вкусно? Что вкусно, я съел помидор. Помидор у меня и в